Всем привет, дорогие друзья, с вами Ломбарди, и мы продолжаем играть на сервере смотра МТА. И давайте сегодня, ребят, поговорим о том, да, вот как собственно, можно заработать на сервере 300 тысяч. 300 тысяч за час. Блин, ребят, в принципе, есть два варианта. Первый вариант — это такси. На такси реально заработать 300 тысяч за час, если у вас есть, во-первых, свой автомобиль, поскольку это будет быстрее, чем на стандартном автомобиле. И как-то поприятнее все-таки, да, на своей ездить, а не на наемной машине. Дальше. Мы можем заработать на такси, но проблема в том, что на такси мы зарабатываем каждый раз по-разному. Где-то заплатят 20 тысяч, где-то 30 тысяч. Где-то надо будет сделать короткий маршрут, и вам дадут там 5 тысяч, 10 тысяч. Ну, это редко, но это бывает. Но, в принципе, если у вас резвая тачка, быстрая, да, то есть километров 200 едете, даже чуть больше желательно, то, в принципе, реально на своей машине заработать 300 тысяч за час. Проблемы это не составит. И также, ребят, также есть второй вариант. Второй вариант. Дальнобойщики зарабатывают, например, на лесе, да, я зарабатываю 75 тысяч за круг. Много это? Нормально. Нормально. На круг у меня уходит 300, я прошу прощения. На круг у меня уходит 15 минут. За каждые 15 минут, да, я получаю по 75, и я получаю 300 тысяч в час. В принципе, ничего сложного. Но, ребят, есть минус. Есть минус, потому что, это в натуре это немного поднадоедает, да. То есть, получается, постоянно делаем практически один и тот же круг. Круг не сильно меняется. И, надоедает. Поэтому, чисто так, чтобы не надоедало, ребят, я советую включать какую-то музычку. Садитесь на дальнобоев и поехали. Сделали 4 круга, прошел час, у вас 300 тысяч на руках. И, в принципе, все отлично. Честно, я не знаю, я пробовал на такси, и у меня за час получилось 200-260, если я не ошибаюсь, что-то такое. В принципе, тоже неплохо. Чем лучше на такси, ребят, надо что-то написать, напиши. Окей, брат. Обычно пишут: ты дебил, ты не туда поехал. Что еще, собственно? На такси, ребят, вот в чем плюс, что да, мы постоянно ездим из города в город, и картинка меняется, мы не делаем один и тот же круг, и это приятнее. Если нам, например, ехать, часто выпадает, например, маршрут из Лос-Сантоса до Сан-Фьера, то, в принципе, все равно будете ехать короткой дорогой, да, например, с центра Лос-Сантоса до центра Сан-Фьера. Если часто будет выпадать такой маршрут, то вы будете ездить себе, грубо говоря, по одной дороге, да, по короткой. Я же говорю, вариантов заработать 300 тысяч в час, их два, ребят. Выбирайте сами, какой вам удобнее. Можете, например, час покатать на фуре, да, заработать 300 тысяч, другой час покатать на... покатать на такси, и вот вам уже 600 за 2 часа, в принципе, это приятно. Экономика сервера вообще мне нравится, ребят. Мне нравится, поскольку мы можем тут легко заработать и легко, да, эти бабки куда-то потратить, купить какую-то тачку, дом и так далее. В принципе, на экономику я лично жаловаться не буду, потому что все доступно и проблем в этом нету. Ребят, в принципе, я вам рассказал свой способ.
Возможно, кто-то знает, как можно заработать больше. Возможно, кто-то знает, как можно заработать быстрее. Ну, я знаю вот так, и у меня получается вот так. В принципе, на этом все. С вами был Ломбарди. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых серий. Yeah, no, girl.